8:30 утра. Чиновников Министерства сельского хозяйства сегодня встречали пикеты работников Прионежского филиала «Агродорстроя». Главный инженер Игорь Ермолов. Министерство сельского хозяйства по переработке вот это заключило договор с фирмой «Стронг», которая заключила с нами договор непосредственно для того, чтобы выполнить работы по строительству массожировой базы. Мы эти работы выполнили. До февраля месяца кое-как нас финансировали. С февраля месяца финансирование прекратилось. Но работы мы не прекращали, так как они требовали выполнения работ. Всего задолженность за министерством 185 миллионов. И с февраля месяца вот все вот эти работники, которые стоят, не все здесь, некоторые уже уволились, не получают заработную плату. Ответ пикетчикам из уст господина Трофимова, заместителя министра, был прост. Нам не дает денег Совмин, Совмину не дает Россия. Словом, так и вспомнишь Некрасова. Вот парадный подъезд по торжественным дням